Получилось, мне кажется, лично мое ощущение. Спасибо этому месту. Ну вот, спасибо, что нас здесь приютили, спасибо, что слушали, спасибо Артуру за звук. Надеюсь, что этот как бы эксперимент наш как-то еще продолжится, может быть, в других местах. В общем, очень хочется теперь получить какой-то от вас отзыв, вот как Алексей говорил. Пожалуйста, Тим. Ну, кто-то должен сказать, пожалуйста. Да, ну, не важно. Вот какие-то отзывы, как Алексей говорил, что и критика хорошо. То есть, на самом деле, все хорошо, что помогает нам как-то не стоять на месте, развиваться, потому что жизнь — это движение, и нас там ждет в конце очень интересное продолжение, если мы тут сами не налажаем. Так что желаю всем нам не лажать, поменьше лажать, или как сам себе обращаюсь, поменьше налажать. И больше как-то так, ну, развиваться. Вот. Еще раз всем спасибо, до новых встреч. Дальше Содружество живет и действует, оно сегодня вот нас все это дело организовало. Вот. Помогайте нам, вступайте. Ну все, давайте пойдем домой.